За прошедшую неделю 10 человек воспользовались помощью Центра занятости в поиске работы. Шестеро из них уже трудоустроены. Организации города открыли 6 вакансий. За скорой помощью обратились 189 человек. Больных гриппом нет. Медсанчасть работает в штатном режиме. Так же, как и коммунальная служба. Генеральный директор МУП ККП Вячеслав Седунков рассказал о работе программы «Комфортная городская среда». Закончилось у нас проведение собрания в квартирном доме номер 1 первого микрорайона. Сейчас подводятся итоги, готовятся протоколы и подготовлены документы для проведения собрания на квартирных домах 7-го микрорайона номер 1 и номер 2, которые пройдут на следующей неделе. 17 октября пройдет заседание депутатских комиссий по законности и социальным вопросам, а 18 по бюджету и городскому хозяйству. Очередная сессия городского совета планируется на 22 октября. Прийти могут все желающие. Глава города рассказал о том, что в пятницу планируется провести городской субботник. Основной упор при проведении данного мероприятия у нас будет сделан. Это парковая зона наша по периметру города. И уборка листвы газон. Андрей Шубин выразил надежду на то, что такое традиционное мероприятие, как субботник, пройдет на высшем организационном уровне. Ирина Нурматова, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.